К другим темам. Вход в лес запрещен. На территории региона установился 4-й класс пожароопасности. Из высоких температур и неконтролируемых возгораний старой травы с 3 июня ограничивается пребывание граждан, а также проезд транспорта в лесных массивах. Эта мера безопасности будет действовать в течение 21 дня. По данным регионального МЧС, 5-й класс пожароопасности уже установлен в 31 районе области.